Всем привет, друзья! Сегодня будет такое живое, откровенное видео. Сегодня я буду, можно сказать, подводить итоги вот очередного моего этапа в жизни. Заканчивается вот грузинский этап, да, и начинается новый этап. Коротко, да, у меня в жизни много этапов, да. Первый этап, ну, это домашний, это школа, давайте так. Потом киевский этап, это когда ты в универе, в общаге, это, наверное, самый веселый и самый насыщенный мой жизненный этап. Потом идет харьковский этап, когда я сам жил на съемной квартире и познакомился в Харькове с женой. Ну, познакомился раньше, да, начали мы встречаться. Потом очень сложный был у меня этап. Это опять же киевский этап, когда я вернулся в Киев, жил в общаге. Вот тот самый сложный этап, когда я зарабатывал 30 долларов в месяц, когда я сломал руку, когда у меня ничего не было, самый-самый тяжелый этап. Вот. Потом вернулась жена, опять начался киевский этап, уже в своей квартире, в роскошной квартире с красивым видом. И вот сейчас заканчивается грузинский этап. Грузинский этап. Я нахожусь сейчас в Батуми. И это, наверное, один из самых сложных этапов. Наверное, он по сложности будет таким же. Может быть, не таким же, как мой этап киевский в период одиночества. Ну, сравнивать нельзя, но скажу, что реально это был очень-очень тяжелый период. Именно в моральном плане. Ну, во всех смыслах, вот этот военный период, да, очень тяжелый период. Я уже более был прокачан, более был подготовлен к этому периоду, да, но все равно внутри очень тяжело, Сейчас уже, понятное дело, полегче. В общем, я сейчас нахожусь в своих апартаментах, вот они в городе Батуми, и эти апартаменты мы сдавали беженцам, сдавали людям, которые убегали от войны, людям из Мариуполя, из Херсона. Сдавали, понятное дело, бесплатно. И к чему я это все веду, да? Почему я хотел вот именно здесь снять это видео? Потому что вот многие писали: да ты вот сдашь людям, ты их потом не выгонишь, они тебе там вот поломают стулья, не знаю, разобьют телек, короче, не знаю, все испортят. К чему я веду? Я веду к тому, если у тебя крутая философия пользы, добра, ты не будешь притягивать непонятных каких-то людей в свою жизнь. Попались просто идеальные семьи. Вот мы сдали этот номер трем семьям. Было три семьи здесь. Смотрите, люди, когда съезжали, вот, наводили порядок, убирали, спрашивали, а насколько мы можем здесь остаться. Я говорю, да, оставайтесь насколько хотите, пока не найдете работу, да. Люди всегда спрашивали, может, нам уже нужно съехать. Я говорю, вы работу нашли, ну вот в процессе. В общем, нашли работу, съехали. То есть люди культурные, воспитанные, ну, люди меня знают, да. То есть вот каких я людей притягиваю в свою жизнь. Я вот же ж недавно проводил встречи, ну, просто люди, да. Это люди высоких моральных принципов. Вот таких я людей притягиваю в свою жизнь. Я не буду притягивать каких-то непонятных людей. Смотрите, очень интересный нюанс. Как читать людей? Когда мне в комментариях вот человек написал... давайте другой пример, да? Был очень интересный пример. Я на Новый год елку украшаю деньгами. Я вешаю 100-долларовые купюры на елку. И один человек написал: а не задумывался ли ты, что твои родители, твоя жена будут у тебя воровать купюры с елки? Представляете, что он написал? У меня, ну, никогда таких мыслей не возникало. Не думаешь ли ты, что втихаря там жена одну купюру себе, да, в кошелек? Как можно читать таких людей? Во-первых, сразу же понятно, что этот человек мало зарабатывает, да, у него проблемы с деньгами. Во-вторых, сразу же очевидно, либо сам человек на такое способен, либо он живет в таком окружении, да, которое может вот так вот поступать, которое может у своих воровать деньги, семья у своих же ворует деньги.
Сразу же человек этим комментарием рассказал все о себе. И люди, которые пишут, а ты не думал, что тебе разобьют вот телевизор, и ты будешь новый покупать? Да, люди тоже, понятное дело, в каком окружении люди живут, да, и какое у них, ну, какое у них состояние. Ну, сразу можно так считать людей. В общем, моя квартира в идеальном состоянии. Смотрите, все красивенько, вся мебель на месте, ничего не испортили. Смотрите, стены тоже не испортили. Я к чему веду, ребята? Вот это просто мебель. Это просто вещи. Это вещи, они вообще ничего не стоят. Если вы будете вот цепляться за вещи, это мелочи. Важна жизнь человека, люди важны. Я мог, кстати, эту квартиру сдавать в сезон, да, я бы на ней заработал, может быть, там пару тысяч долларов, я бы на ней заработал. Вот за сезон, за лето, я бы на ней заработал пару тысяч долларов. Но что важнее, помочь человеку или заработать каких-то пару тысяч долларов? Я вот так вот расставляю приоритеты. Смотрите, я вам показываю пример. Я показываю вам свой стиль жизни. И показываю, что если вы будете жить по такому образу жизни, вы всегда будете счастливы. Всегда будете счастливы. Если вы будете нести пользу людям, всегда будете счастливы. Смотрите, тяжелые времена сильных людей делают еще сильнее. Слабых же они просто раздавливают. Тяжелые времена реально показывают, кто есть кто. В тяжелое время вообще есть два пути. Ты либо усиливаешься, начинаешь еще больше денег направлять на благотворительность, помогаешь пострадавшим, отдаешь свое жилье бесплатно беженцам, начинаешь строить дома, вот мы сейчас строим дома пострадавшим, помогаешь там подписчикам, которые сейчас на фронте, там автомобилями, брониками. Либо же ты становишься еще большим бесполезным куском дерьма, который ни хрена не делает, пишет только негативный комментарий, пишет, а чтоб вы все сдохли. Я тебе так скажу, этот комментарий никого не убьет. Ты делом займись, ты начни нести пользу людям, своей стране. Вы знаете мою концепцию, каждый должен нести пользу, реальную пользу, по своим возможностям. Смотрите, что вы можете сделать для людей, для своей страны. Ты можешь помогать материально, ты можешь помогать деньгами. Все могут помогать деньгами, это могут делать все. $1 это тоже помощь. Окей, не хочешь помогать деньгами, помогай физически. Помогай своим трудом, иди там в какие-то волонтеры. Ты это можешь делать. Что еще ты можешь делать? Ты можешь помогать морально, поддерживай там кого-то. Пиши, не знаю, песни, стихи. Я посвятил около 10 песен своей стране. А что ты сделал? Еще ты можешь помогать информационно. Нести пользу в соцсетях, нести пользу людям через видео, через текст. Ты можешь объединять людей. Ты все это, блин, можешь делать. Если у тебя там, не знаю, своя кафешка, сделай скидки всем военным пожизненно. Вот мы сделали в своем барбершопе 50% скидку всем военным пожизненно. Многие мои подписчики выбрали реально очень тяжелый путь. Да, они пошли на фронт, они защищают свою страну, и некоторых уже нет в живых. Блин, я не буду в это все сильно углубляться, оно сильно на меня давит это все. Но к чему я это все веду? Это выбор человека. Этот выбор нужно уважать, принимать и всеми своими силами поддерживать этого человека. Вот что ты можешь делать в тяжелое время. Никакой критики, никакого осуждения, никакого там, не знаю, негатива. Ты можешь только помогать этому человеку. И молиться, чтобы он вернулся живым. Вот все, что ты можешь сделать в тяжелое время. И я делаю все возможное, все, что в моих силах. Да, так распорядилась вселенная, так распорядилась жизнь, что когда началась война, я был за границей. Но отсюда я был максимально эффективен. Я максимально усилился. И я задействовал все ресурсы. Вот есть квартира, пускай люди пользуются, да, этой квартирой там бесплатно. Есть машина, это просто кусок металла, нахрена она стоит в гараже, пусть она помогает, пусть она возит помощь, да, неважно, Porsche, Maserati, да какая хрен разница, там люди гибнут, горе такое, а у тебя тачка стоит в гараже, у тебя Porsche, блин, стоит, да грош цена этому Porsche, да, если ему не будет где, блин, стоять, если расхерачат, блин, мой дом и не будет этого дома и не будет ни машин, ничего не будет, это все мелочи. Это все просто пыль. Есть намного вещей поважнее. Поэтому, ребята, помогайте, кто чем может. Каждый должен нести пользу обществу, людям, своей стране. Каждый должен это делать.
И тогда лучшие времена наступят быстрее, и тогда вы станете счастливее. Вы обретете счастье, вы будете дарить счастье людям и сами его обретете. Вот такая формула. Вот чему я учу, вот моя философия. Вот мы, кстати, начали строить дома, да, помогать людям готовиться к холодам, помогать тем, которые пострадали от обстрелов, у которых пострадало жилье. Вот так все это дело выглядит. А вот, смотрите, через несколько недель уже какой результат. Это все мы строим на деньги из нашего общего фонда. Здесь моих 30 тысяч долларов. Также ваших где-то больше 7 тысяч долларов. Я оставлю ссылки на фонд в описании. Ссылку на Telegram, ссылку на Instagram. Из этого фонда деньги идут только на мирные цели, да? Только на помощь пострадавшим. Ребята, огромное вам спасибо за вашу поддержку, за вашу помощь, за вашу каждую копеечку. Вот, это все мы делаем вместе, мы вместе меняем мир к лучшему. Короче, ребята, на этом прощаюсь. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Спасибо вам за такое окружение. Дальше еще больше встреч в нашем клубе. Еще больше пользы. Кстати, по поводу пользы, ребята, я создал самый лучший канал по финансам. Я хочу, чтобы этот канал был прям номером один. Там максимально полезная информация. Вот, посмотрите видео. Друзья, хочу сделать свой телеграм-канал по финансам прям самым лучшим в мире. Помимо моих вложений, хочу собрать здесь все самое лучшее по инвестициям, обучению, финансовой грамотности. Каждый день заходите и читайте мега полезные интересные посты. Вот, например, в чем отличие между коином и токеном. Лайфхак по инвестициям от миллиардера Маргулана Сисимбая, который я недавно узнал. Ребята, я за эти знания плачу бешеные деньги. Дальше, вот показал, как покупать акции в нерабочее время. Что такое маржа и как она считается. Все объяснил самым простым языком. Две хитрости в маркетинге. Дальше, как накопить денег по методу Гаусса. Что такое халвинг. Что такое passion investment. Представил свой кейс по распределению капитала. В общем, ребята, за несколько месяцев вы узнаете о деньгах больше, чем за всю жизнь. В общем, ребята, подписывайтесь. Первая ссылка в описании. Ну что, всех обнимаю, целую. Прощаюсь я с Батуми, прощаюсь я с Грузией. И до встречи в новом этапе. Всем пока.